канун этого Нового года хочу поздравить всех с наступающим праздником. Прошел еще один год. Для кого-то он был радостным, для других не очень. Кому-то принес успехи и достижения, а кому-то разочарования и невзгоды. Главное – оставаться людьми в любой ситуации, стремиться быть выше человеческих слабостей, быть терпимее друг другу, помогать тем, кто нуждается в вашей помощи, покорять новые вершины, не забывая о душе, искать способы самовыражения в повседневной жизни, не забывая о божественной природе своей души. Здоровья вам и вашим близким, благополучия в семье, надежных и верных друзей. Пусть Новый год принесет каждому калейдоскоп значимых позитивных событий. Друзья, с Новым годом!